Добрый день! В сезон кабачков хочу поделиться простым и вместе с тем оригинальным рецептом. Фаршированные кабачки под аппетитной сырной корочкой точно порадуют вас и ваших близких. Для приготовления нам понадобится 2 кабачка, 500 грамм мясного фарша, помидоры 3 штуки, 200 грамм твердого сыра, майонез, 1 луковица, соль, специи и перец по вкусу. Кабачки лучше очистить от кожуры. Я это делаю с помощью овощечистки. Затем нарезаем кабачки кружочками, толщиной примерно 2 см каждый. Удаляем у каждого кружка сердцевину. Затем сердцевину одного кабачка нарезаем на мелкие кубики. А сердцевину другого кабачка можно оставить на оладьи. Ссылку на рецепт кабачковых оладушек я оставлю под видео. Мелко нарезаем 1 луковицу. К мясному фаршу добавляем нарезанный кубиками кабачок, измельченную луковицу, соль, специи и перец. Все хорошо перемешиваем. Противень смазываем растительным маслом и выкладываем подготовленные колечки. Наполняем колечки фаршем. Сверху выкладываем кружки помидор. Посыпаем все тертым сыром. Смазываем майонезом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут. Вот так аппетитно получается! Сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить. Если видео вам понравилось, я буду благодарна вам за лайк и комментарий. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.